Анна Иванович завершила карьеру, сербская теннисистка зачехлила ракетку. Она отметила, что продолжит уделять внимание теннису, но не в качестве игрока. 28-летняя Иванович – победительница Ролан-Гаррос 2008 года. В том же году она поднялась на первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Также на ее счету победы в 14 турнирах WTA.